Здравствуйте! С вами Киевская школа бардов и я, Дмитрий Долгов. Предлагаю разобрать сегодня песню Дмитрия Долгова «Колыбельная для ангела». Давайте посмотрим на действие наших рук. Правая рука. Давайте внимательно посмотрим. Поочередно. Большой палец извлекает шестой бас, пятый, шестой, пятый. Первый палец извлекает звук из третьей струны. И два пальца, второй и третий, из первой и второй одновременно. И опять третий. Вот такой рисунок должен получиться. Я предлагаю вот такой небольшой рефрен.